Блять. Вот суки. Почему банки не ставить? На реально, блять. Поставьте почту кто-нибудь. Сейчас. Он почта стоит сзади меня на склоне. Пришел с умом, Крис? Да, да, да. А, блядь, слышишь, как... Сказал, слышишь и замолчал. Мы не слышим. Дай вылетаем еще обмен, я тебе еще один токен не дам. Это звездочка тебе говорит. Это Беба, по-моему, ковер, слышь? Кто такой ковер? Из ластов, чел. Друидик. Я просто коврала, помню. Ну это он и есть. А, да? А, нет, 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 коврал, коврал это ДК, это долбоеб там малолетний. Ты путаешь. Это ковер. Это другой ковер. Это другой ковер. Это единственный ковер. Ковер случайно в стае не был? Нет. В Санвалах и в Ластраях. Он в Альбионе был. Ну ты тоже помню, такой ник на X2 видел, да? Он первый шейм. Он валялся под Долраном, блядь. Я тоже видел как-то распуху там. Кверху жопой. Ну это я там всегда. Там много кто сидел, ебать, в очереди к тебе. Стикилыч. Хватит эти стикеры вонючие кидать. Кидайте бупсы, там есть бупсы. Паразиты, кровососы, бейте мою кровь. Поставьте кто-нибудь хлам бот или же сам кровь. Спасибо. Плевать правильно, а хули сидеть. Да, конечно. Как ты так рыбу в стену поставил? Что? Охуенно стоит. Ну, чтоб все нажать ее могли, чтобы она не забагалась. Не, прикалываешь. Специально в стену поставил. Давайте, заходим внутрь и поехали. А, этот, блядь, Шанг, пофиряешь звезду гитариста? Что вам буду говорить? Фирять. Все, блядь, поехали. Адель, ты услышал, что ты трусы нажимаешь? Короче, я завис, сейчас, возможно, будет перепул.
меня все нормально. По чертворцам больше. Быстрее убивать чертворцев. Звездочку. Ромбик. Новый хп. До босса Феникс остался. 35 секунд. Быстрее чертворцев добивайте, блять, суби на метки, которые я поставил. Я больше страшно пулять не буду. Добивайте, блин. Это великая победа Орды, но... Угу. 100 лет не убивали до пула. Да там рандом, там в зависимости сколько големов выйдет. Сейчас големов немного вышло, поэтому повезло. Я Русплан, напоминаю. Геру. На, Львишу. Ебать, у него маны нету. Мамы? И мамы тоже, блядь. За хуйня меня не откинуло даже. ДК. Сейчас он меня бьет, если что. Будешь третий танк там. Блять, он безжалостно жмет, нет? Забагался таргет у него. Урон по мне тут. Дебафа нету, понял, чем понял? ДК танков апнули. Короче, кто третий-то? Я ебал. Я его не могу стаунтить, я таунчу, типа ему похуй. Ой, блядь, сука, короче, нахуй. Тебе, блядь, фериали затаунтить, надо, нахуй. Так не, она забанилась. В кубы прожали, кубы резче прожали. Понял. Прожали, все отлично. Подводите под звезду, демон. Плейбой первый каз везде сбиваешь. Под Пархимондом все играйте. Эр за второй каст по ромбику сбиваешь. Ну забери, ёбаный рот. Безжалостно, забирай. Я нажал таунт у меня в КД, я вот сейчас... Ой, хочу... блядь. Ну что я могу сделать? Блядь, ты можешь босса нахуй ставьте танки, блядь, таунтить? Хотя бы в одну сторону, троем, блядь. Почему, блядь, босс дергается то вправо, то влево, нахуй? То на вперед, то назад. Вы, блядь, клоуны там совсем или что, нахуй? Я вам, блядь, сейчас по минус... Я тебе сейчас минусану просто, если ты там на приколе, блядь. Не можете стать троем в одно место. Заебало вот это, влево-вправо этот босс дергается нахуй. Архимондов быстрее добивайте, блядь, сейчас скоро кубы уже будут. Кубы прожали. Отпускайте бить босс. Медведик, я извиняюсь, у меня вот так, понял, в чем проблема? Клифа нет. А, я забыл поменять. Подводите под бес. Дали фулл, я по бесу. Короче, прожимайся, медведь, все может быть. Реслин стан. Войт стан. Боже.
Приготовьтесь, кого сейчас будет. Кубы прожали быстрее. Не пускайте. Гитарист. Суета гриппа и шанг теряет звезду. По звезде все поехали. По звезде свичнули быстрее. Звезду залили. Ой, дай массакру. Быстрее убили все звезду, нахуй. Все до единого. Стопнули по боссу, вообще не бейте. Второй таргет. Безжалостный грипп и звезду. По звезде поехали. Рещина. Рещи, блядь, звезду грипп, сука, Лёна. На куда я грипну? Его, блядь. По звезде сыграли быстрее. Еще один надо убить. Суета, следующий грипп по звезду. Играйте, убивайте звезду быстрее. Дай избаунтери. Ой, этот. Дай, дай избаунтери. Бежал. Все, босса переводим, к воротам все пошли, того пофиряешь последнего. Под... Стали все к воротам. К воротам, блядь, к воротам. Спагим, ставлю-то там. В лужах не стоим. Чем ты забрал его? Я не забирал. Добивайте, добивайте РДД последнего гитариста. Начислим там или кто потеряю. Сейчас ты безжалостный опять. Я знаю, я уже понял. Если мяснет, он у него есть тревнос, не понял, ничего страшного. Ух, это еще куда-то назад. Сейчас ты вот знаешь. Вот смотрите, сколько вы танка на фул хп поднять не можете, ну это пиздец. Ты бы, блядь, лучше за собой нахуй смотрел, блядь, а не за хилами нахуй. Ты, блядь, хуже нахуй стандартного танка, блядь, сейчас нахуй играешь. Я сегодня под шишки, сегодня можно. Под шишки, нахуй. Ну так следи за собой, нахуй, а не за другими, блядь. Саша, камень? Саша, камень, да. Алёша, шишка, блядь. Сова со страшным ником, залей, пожалуйста, ДЦ-маны. Акунома кака? Я хотя бы попытался произнести этот ник, блядь. А тут нахуй сова со страшным ником, блядь, ясно все нахуй. А, чё там сложно? Низ лакс. Смотри нахуй. Ай, пизду. Реслин, забираешь после чувак. Не, после войны получилось. После войны, ага. А как вам ник Кунка? Хуёво. Знаете, что я охуенный. Очень, очень, на такого видел. Очень стрёмный. Пидорасы. Реально, блядь, на X2 видел этого, короче, Кунку, блядь. Вечно, а в ногах, вечно в ногах у кого-то валялся в Долоране, блядь. Как шлюха, ну. Фрик просто. Он бухой в говно валял. Как вам ник фонарей? Да фонарей я лучше, нахуй. Ну лучше бы был фортенарий. Это слишком локальный элемент. Не-не-не, оцените Бэби Мун, Бэби Мун ник. Бэби Мун. Нормально. Еще минуса полетят, если плохо скажете. Те, кто перевод знают, нахуй, те знают, что это охуенный ник.
Не, ну звучит красиво, Лена. Конечно, да, но базар ноль. Особенно для Роги. Дитё Луны? Чё за дерьмо? Просто малышка Луна, блин. Дитё Луны. Ну там по-разному. Будем называть его малышка Луна. Малышка Луна, понял? Это лунная призма переводится. Ребят, вы немножко поймите. Выходите из ушка, пожалуйста. Мешок можете ролить и сумку, как обычно, остальное откатывать. Что за говнолут, блядь? На ретро. Тут, по-моему, кстати, блядь, с этого говна вообще мне хуя не надо. Только токены, блядь. Малышка Луна хочет токены. Гон. Да, знаешь, что ДК умер? Потому что с 80% КП не поднимается. Да? Ну это пиздец. Я видел, у тебя 100% было. Нет, 80%. Ну вот, значит, ты все равно напиздел. Да хивы проебались. Хивы проебались. Да, хуи там. Что, дашь мне жезл? Они, кстати, ответили за мапахиру. Знаешь, что они сказали? В разделе запрещено просить за друзей, саги и родственников и тому подобного. Чего, блядь? Я даже не буктует такой. Пиздец. Ебать, я все время за кого-то писал, типа, и вообще. А у тебя такое запрещено. Я тоже первый раз слышу, за хуйня, блядь. Бред какой-то. Да они, блядь, каждый день нахуй перебываются и каждый раз высирают какую-то новую хуйню, блядь. Они просто каждый день меняют админ. Это стандартно. Кстати, дайте ДПС с этой хуйней, с магикой конкретно. Ну, нам по магику. Это неправильный рекаунт, там Кунка не на первом месте. Кунка уже сосать, просто понимаешь? Уже на. Че уже сосать? Меня апнут next патч. Next patch. Yeah. А чё вы говорите Синрицу Комбат? Он вроде же сейчас в этом в мультике. Да. Ну они переапаны, их понерфить надо. Не, вообще я Рел бы мог сделать комбата и чисто бафать пацанов ходить на вот этой малышке Луне. Там армс на 4%. А, да? Так он... я его даю, зачем? Понял, понятно. Я же не знаю, у меня же армса в жизни не было. И Армс. Армс не ДД, только Фури. Армс кайфу. Я даже не и Армс. Армс вам играл. Не, ну тут они актуальны, Immortal много где нужен. Они и на циркулями тоже можно играть, нахуй, только надо быть не тупым, блядь. Только отбитым надо быть, да? Любой Фурик Армса ебёт, и Immortal ММ дает, понял? Товарищи эксперты, а демонов пофиксили, да? Да, наконец-то. Сильно? Вроде, ну он там у Линруш 12к дал. Ну то есть вернули примерно исходное. Ну, вроде лучше, чем раньше. Да, короче, локом пизда, в принципе. Дестрик тоже уже нихуя не дает. Да они, блядь, сломали, на экзекутке не работает Т4 прок, он тупо не работает. А такая не батрицевая. Ждем апа афликов, нахуй, все в афлика опять прыгнут. Я эту картину уже вижу, 10 афликов в рейде сразу. Зато всегда будут осколки. О, будут сосать жестко, да, Север? А где они? В бесконечном списке изменений все это постят? Да. Да. Они в Дискорде вроде дублируют, нет? Не, не всегда. Они даже в Дискорде не анонсят ничего. Да нет, когда уже все прям готово, они типа 100% анонс дают в Дискорд. С изменением. Ну, там не было... И прошлые ребята. Да хуя чего. Не, они типа глобальные новости в Дискорд постят, ну, а да. Такие изменения постоянные. Изменения паладинов, они... друидов, да. Престов нахуй. Глобальные новости. Глобальные новости, как бы никто не играет за этих говнолоков, да? Я и не слезаю. Не, про локов там было. Было-было про лока, было-было. Престов нахуй. Север, смотри, как я быша теперь кручу. Да мне похуй, мне ДПС верни на дестрике, пожалуйста. Это вообще кринж, блядь. 12-й в босса, блядь. А чё? Ты свой гир видел? Это пиздец. Да какая разница? Вот плащ поменяешь, у тебя ДПС вырастет. Да нихуя не вырастет. Я до этого полтинник. Там 3-4 спокойно держал, сейчас 12-й нахуй. Ты в таком говногире ты держал 3-4. Север, ты смотри, кто там выше тебя, блядь. Севар, разбойник, маг, фрост, да, который раньше вообще не дамажит. Это кринж. Ну, типа, дол прям это не так сильно было.
Нахуй Д4-то менять начали, они сейчас Т5 не сбалансируют правильно. Ну, не знаю, тебя же устраивало все, когда, типа, лок Т4 дамажил больше всех. Да меня, в принципе, и сейчас все устраивает, но что-то ну, настолько срезали. Ну, там нечего разговаривать. Можно армсов фапнуть. Ебать, прям сумон за сумоном, блядь, 5 человек подряд, нахуй, спасибо. Я еще, ну, в принципе, на этот... быстрый похуй. Кирилл тут? Блин, он курить не разошел. Ну я так и быть похилю хэпалом, короче, да? Нет, ты танчишь. А что, 4 танка есть, вон там... А, нет, реслин ДД, а ты танчишь. Так хэпалом. Какой ты костыль сбиваешь? На этого босса. Дальше там идет серый ДД, а реслин и ты руки закрываешь. Я думал, ты в 2 хпала хочешь. Нахуя. Закрой каст. Блин, что-то не могу найти инфу, где они долгоногие. Да, там хуйня, там типа мой кики показывает. Я 3 раза тоже сбил каст. Да, да, расскажи, на. Так они долгоногие нерфили года 3 назад, наверное. Не, ну ты 3 загнул. Ну 2-1.5, может быть, да, где-то так. Тогда еще даже ЗС. Хэм не вышел, когда долгоног был понерфлен на X2. А-а-а. Еще раз закрыл. В 0-1 нахуй. Я думал, его еще раз понерфили. Леди. Я, кстати, реально, что не показывает, типа, кик, это мой... А ты не кикаешь. Ну я сало даю, и там каст сбивается, чувак. Сало не показывает, только кик же такой. Так я все равно сбиваю, какая разница. Но это не кик. Просто он не отображается. Но это не посчитается прерывание. Ну он закрывает каст ему, и он перестает кастовать. Ну это не кик. Охуеть, блять. У меня засчитывает от сала. Ну вот я тоже не понимаю, почему мой не считает. Потому что это не кик. Скунг, иди нахуй. Не, ну если он из сала выйдет, он сразу кастовать. Кто мыть пойдет потом, кто за орду на фулл Талгород с кустами и этими контрактами после этого квинь. Угу. Я просто вчера побегал там, блядь, там рога нахуй вылетал, тычка. Ты это, опасную фразу же сказал. В конце. Да? Да мне похуй, если меня там пойдут нахуй фармить, я, блядь, зайду на пристану, нахуй, устроим там World PvP. Сейчас все заходят это на своих чаров с Альянса за Фениксом. Не-не, понимаешь, он сказал за ЕП. Чтобы знал, как в рейды не брать, блядь, да? Не, надо, на короче, свинков ганговать Феникса, чтобы он за ЭП позвал надо помощь. Надо зрение ливнуть, чтобы его пиздить и зрение гад перейти. Я бы вас отпиздил. Ну все. Параллельный рейд сразу собираем Феникса. Так, безжалостно, короче. Крош и Олма, кикаешь каст, если поглажу. Не началось, нахуй, это очень просто, блядь. Проебешь каст, минус, нахуй. Конечно. Так, Войд, заберешь короля. Ой, блядь. Смотрите, пожалуйста. Олма, нахуй. А серый, как обычно. Короля и тигер. Милики, стоите, играете только по собакам и Олм, когда открывается. Остальное слушайте. Живую бомбу, когда крош открывается, живую бомбу выносите с рейда. 8 метров раньше. Это касается РДД и миличников. РДД стоят в печеньке, все ли. Фу, баб, давайте рыбу хавайте и поехали. Шкаф поставьте. Минус ДЦ. Нет, нет, я подошла. Принял север. Мне не пришло ничего. Ну, блять, я все сломал. Какая-то запыханная. Нет, нет, я пришел. Я торопилась, потому что. Нитро ускорители. Быстро, Кунка, быстро. Пам-пам-пам. Ну, присмотрел мне кто-нибудь? А вот, вот пришло. Вот тебе кинули, все, погнали. Да, еще пришло. Спасибо, скажи, мразь. Давай, Терщин, на пума. Так, Эрзо, короче, никого не бей. Смотри, что другие милики делают. Так-то, блядь, уже нормально. Кто лока танчит? Два кольца поменять. Багер. И тринкеты, и нормально. Я забыл, я слепоглазок танчу и кроша, правильно? Да. Короче, на полу баф. Лока танчит, скажи, это Феникс, чтобы я собак на него напуливал тоже. Или не надо? Войд. Да не надо там ничего напуливать. Ну, можешь напуливать, но Войд танчит. А чё, отдаю. Если два раза будет, там, пожалуйста.
3, 2, 1, пол, поехали. Стоим, ждем, никто никого не бьет. Ждем, пока кто откроется. Если погнал, ждем. Набирай игру. Ждем, не бьем пока. Все, бейте слепок лазерный. Блин, а милики потно тут. Милики потные. Саша потный. Охуенный босс на милик. Вот этот вообще прям идеальный. Стоишь в кабле. Рано каз били. Слепоглазы стопнули, не бьем. Стопнули, стопнули. Прием. Все дальше бьем слепоглазы. Эрза, ты куда побежал, блять? Уйди оттуда нахуй. Ты сейчас сдохнешь. Я тебе, блять, говорю, только Олм нахуй. Олм это череп, блять. Вот там ты и тусуешься, блять. Бля, милики, вары, не кливайте Олма. Олма не надо бить, блять, пока он не откроется. Вы бьете только собаку, блять. У вара атрит набор сломанный. Он сквозь иммун проходит. Из-за доток. А, поковыри собачку, а, пока есть время. Так, блять, бейте автоатакой нахуй собак, что за хуйней занимаетесь? Да, и монитайм БР по ним. Я не нажимал, блять. Фулл ребаф по вару дали, вставай. Стопнули после поглажу, не бьем, стопнули. Олм открылся, это Геру дали фулл ДПС. Север КС поесть, главное. Блять, я в аплике. Похуй, ешь КС. Фулл ДПС полон. А я понял, пета хилить не надо, да? Эти механика тут петы умирают. Понял. Да, курс максимально быстро и четко. Дай гим кто-нибудь. Дай сокровит. Стопнули, колма не бьем. Этот. Угу. Че там по мне? Пум-пум-пум. Сова, да, и Индер по шанку. Паладин четвертый, опять. Сова, прием. Красава. Крош, бейте. Шанг, нажмешь сокру и мана огонь на преисподней этой хуйне. Безжалостно избавлен. Нажимаю. Прохил. Крош дальше бьем. Отдай ауру огня, Рестин или кто там, блин. Нажмешь эман огонь на пересподний и войд дашь массакру. На кдэш. Ну ты кдэшится, не переживай. У тебя 20 секунд кдэдит. Чё? Ничего. Сервер?
А бабе ему нужно что-нибудь с этого инста? Токен только прожимай. Да. Нажми войд, блядь. Ёбаный рот, прохил рейд, блядь. Олм открыл свой пол, мы поехали, добиваем. Кунка, мне нужно все, что нужно тебе. Буду ролить, ну, короче, ставить на то, что тебе надо. Я буду прилив. А можно танка похилить, нахуй? Ну, пожалуйста. Там шанг без маны, блять, минера нету. Дай гим швепс быстрее. У меня в КД. Адель, дай гим. Чуаву и безжалостную держите, ПХП. Ой, забери и короля, и отведи туда, куда-нибудь в центр. Шанг, подойди королю, автоатач, ну, джагу синюю тупо кинь, и этот, и подхиливай танк. Володя, диктор сам. Крош открылся, РТД по крошу играть. Ну, мне еще не надо, там шанку зарядить. Мяснула, мяснула, мяснула. Салом закрылся, плюс. Только хлопа выебалась, ни разу не мяснула. Безжалостно из баундаж. Отдай эмана огонь. Шанку. Шанк эмана огонь нужен. И массакру въебешь. Шанк. На приспойне. Вот просто, ребята, вы стоите с безжалостно живой просим. Бомбой в рейде, блядь. Я вообще хочу. Живую бомбу выносите. Каждого, сука, я сейчас вижу ник и кто. Сова, дай инер по шанку быстрее. Давай, нажмите сейвы быстрее, прохил рейд. А мелики могут встать в один фрейм с РДД, а то, блядь, выносить хуй знает, куда на это такое все. Да ты можешь мелика вынести, ничего страшного будет, если да. Ты одного заденешь, главное не всех. Блядь, 5 сетвар умер, нахуй. Сова, дай БР по ним. Еще каст проебал, киллера бейте, все дружненько, всей семьей, только на сокрушающую молнию отходите, мелики. Слышите, вы включили? Меня сейчас дропнет, РЛ, я завис. Не, блять, он завис, сука, ваши эти зависания, нахуй, за них я тоже. Я не могу играть нормально день 5, через VPN сижу, понял? У меня нету вот этой альтернативы выбрать почему-то. Она пропала вроде. Отлагала, отлагала. Я тоже сейчас завис на 10 секунд. Стопнули, киллера не бьем. Дальше киллера бьем, все дружим. Отбегаем от молнии. Наверное, за вагон, блять, походу не отбежал. Что вары только умирают. В смысле, пумка не умер. Алик, что такое? Ты следующий. Мы обычно просиливаем все бомбы, типа, я не знаю, что проблема. У вас сетап, как обычно. А, ну у вас два приста, типа. Ну если холик, то там вообще ничего сложного. Каких два приста, блядь? Мы хила. В 4 хила. А, в 4? Тем более реворк, но это 4, понимаешь, сейчас немножко по-другому работает. Не так же уже. Я понял, блядь, диспелец, может овцу или это не работает тут? Это физическая овца. Диспелец. Хорош, хорош. Овечка. Да, овечка заебала. Или, сука, ты тут там? А, лучше. Да готов, готов. Да, и Юля гимн на ману. Нажимай тотем. Крошить, добивайте РДД. Серый, дай БР по этому вагону. Ребафните вара. После того, как кроша добьете, ребафните вара. Ты уже воркнешь ману или что? Бродяга. Кастрижевый нахуй. Просто. О, хорош. Че, теперь больше одной кнопки нажимаешь или что? Да ебал, брат, нахуй. Под корень просто, нахуй, обрезали все, что можно, блядь. Цепнухи больше нет, забудь ее, нахуй. Придется как всем, да, кнопку нажимать. Я шучу, если что, Бродяга, ты не обижаешься. Да не, я знаю.
Не, типа, по рейду масса хила теперь намного меньше, это пиздец, обидно. Слишком жирный был чувак. Так, слепоглаза сейчас откроется, убьет Конка, я, Арислен и Суика, остальные... А, и Синрицу еще. Открылся там. Это сейчас как мини-Т5 придется одеваться. Там такое себе мини-Т5. Не, по мне Рашамов как-то говняно сделали, типа, и с них сделали кого-то мини-Холи Пала, но по факту они слабые, там, типа, ну. Перекинь частицу на меня, на войду. Да, надо почитать потом. Поставить Сим... Ну, короче говоря, Короля бить. Какой вот силы выделили? Вот эта хуйня теперь работает без крита от Т4. 33%. Бля, ты думаешь, серьезно, я буду читать одновременно и бить? Да. Что там написано в пробуждении? Короче, с наименьшим показанием хп, типа, захиливает еще дополнительно человека там. Но оно пассивное все равно, какая разница, волны. Это пробуждение древних, оно, типа, пассивно работает. Не, оно работает от крита волны, без крины и мало волны. Ну. А теперь в Т4 и без крита 33% шанс, что оно включится. Угу. А Т4 было завязано чисто на цепнухе раньше. Угу. Ну, короче, масса, где масса урон, тебе приходится ГКД всирать на их другие скиллы. Смотрите, сейчас будет проверка на дауна, короче. Чекайте нахуй. А, ну это слишком видно было, когда ты просто одну кнопку спамишь, а у тебя на пассиве еще вот эта хуйня, ебать, шарахает. Она не работает на цепнухе. Она не работает на цепнухе. Это вообще похуй. А ты че, она быстрее разгонял, что ли, я не знаю. Мне наебал, зачем я это шел? Я вообще не был там. Там мы себе стрелы. О, пробуждение древних не было. Но оно работает от малой волны и быстрины и большой и обычной волны. Все. Подожди, я что-то с чем-то другим путаю, короче. Заберите стамак. А, я, блядь, ее с эхом жизни земли, короче, путаю, чувак. Ну вот. Ну там эхо, вот пиздец, типа, ты цепухой спамишь, у тебя эхо, типа, 20%, там 20-30% от всех цепух. Там это просто пиздец. Это очень много было. Не, ну она как бы тоже там хорошо захиливает. Там почти столько же, сколько служит, типа, ты пятый, ну, ты понимаешь, там, когда на всех кидаешь. Да нихуя, там если уже кинешь, нахуй, там весь твой хил, нахуй, просто снимаешь, и уже рядом ложишь одно и то же. Нет, я имею в виду, типа, вот это эхо, цепух работало, типа, так же эффективно, почти как от лужи, короче. Там потому что только, ну, только в Т5 вот эта хуйня начала более-менее так, ну, проявляться. Кексы пошли, пам-пам-пам. Вот, пожалуйста, проверяйте, нахуй, проверяйте, смотрите. Да не, я не золотаю. Он бесов стреляет, блядь. Бля, блядь, быша нахуй. Не золотает, говорит, только... нахуй. Ну, сука, блядь. Нет, смотри, диспельнул. Да-да-да-да-да-да. Рассказывай, нахуй. Я быша золотал. Тебя ДБМ наебывает. Бегал в овечке, нахуй, блядь, быша он золотал, нахуй. Вообще-то это кролик, я в овечке не был. Кролик-то, похуй. Один тот же. О, плащик на кану. Займи твою голову, она все равно никому нахуй не нужна здесь. Займи. Чтоб потом не стоять, это, пока ты там ролишь. Все остальное откажешь. Типа, ты смотри. Да я сейчас сам, кстати, у меня все, побежали, есть. Танки вперед, нахуй, скипаем, нахуй, эту хуйню. Шиваем станчи. Они с умом не заебали АФК шить, нахуй. Сразу предупреждаю, нахуй, заранее, стрим, блять, в кресте, нахуй. Тех, кого я поставлю в крест, нахуй. И ну, смотри, сразу эхо просто сосет, 6%, блять, а не 30, нахуй. Ай, блять. Чё сосет, я не понял? Щит земли, ну, бля, это такой себе босс, типа, тут это, ну... Вот это да. Как-то особо не посмотришь, короче, типа, ну... Нет, на лане здесь... посмотрим в Next, когда, типа, ну... На лане-то будет грустно довольно. Папа, спаси ну, меня. Ну, можем на Синдре глянуть, но на Синдре не особо интересно будет. На лане, там ну, нормально разгонщик можно взять. Не, ну если смотри, еще видишь, сейчас в чем прикол, это получается нужно будет АТ менять 264 на 264 на быстрину, и желательно поставить будет, наверное, еще символ на быстрину, либо на малую волну под рех. Но лучше на быстрину будет. Быстрина, она будет у тебя 20 секунд висеть, да? Ебучие роги, блять. Там, по-моему, плюс 6 секунд, да, на быстринку идет? Глифа, да? Если не ошибаюсь. Сейчас, давай, даже гляну, я же не... Да, она продлевает быстрину на 6 секунд, по-моему, или на 8. Что такое?
А малый щит 10% хила под щитом с малой волны, по-моему, да? Или 10% крита, я не помню. Он на 20 больше и захиливает. На 20. Ну, типа, ну это только по танку, это только по орехам, чувак. Там без орехов она нихуя не хилит. Типа... Там в Т5 там просто дохуище крита, и типа доп от хила прикручено, а здесь его не будет, так что это вряд ли. Не, щиток не ставь, это хуйня будет. А, вот быстрее нам, да. 6 секунд. Так, все, давайте, шкаф поставили, прещи, блядь, и суман. Сейчас я посмотрю. Сосед. Бля, надо перечитать все равно бонус, я так на словах не пойму, короче. Ну, потом перечитаю, когда время будет. Пока там суманимся, нам, точнее, я скину. Да, я тебя посмотрю. Сейчас. Да я вам скину в чат, перчатку. Я вижу, вижу. Кстати, 2Т4 очень похож на символ света небеса у паладина. Да, 2Т4 на неизвестно. Вставай, не спи, блядь. Ребята, а давайте речи, блядь. Хватит пиздеть, нахуй. Сумон, Эрза и чувак уже сам почти добежал. Тут от щитка можно, кстати, прикольно отыгрывать, типа кидать его в мили, в РДД-зону, где там АУЕшечка, ну ты понимаешь. Ну все равно там много не будет, типа, от нее. Я обычно его кидаю в того, кто больше всех урон получает. Ну. Не, ну смотри, она же всех хилит, то есть ее выгодно кидать туда, где типа уедет. Да, мы сумонимся потихо. Все, пробафали быстрее, нахуй, поехали бить трэш. Звезду первую убиваем. Плейбой первый, как кикаешь каст звезде, Эрза второй. Суета первый, печеньки, я второй. По звезде первый играйте. Сейчас смотрю трэш, буду вообще без быстрее хилить. Ой, без цепнухи. Чисто порофил. Подожди, я надо перечитать еще раз. Вот для этого я себе создал второго шабана, чтобы издеваться над ним. Смотри, тут тогда можно будет собираться МП5 хас, типа, видишь, он типа если не критует, то вызывает пробуждение предков. Но с другой стороны, без крита там особо хила не будет. Ну, в том-то и прикол, что она часто критует в рейде. Да, блять, фаст ход, пацаны, и все, блядь. На шамане, ебать. Когда у тебя там максимум, сколько, 3 быстрины без 5-го или сколько, я не помню. Одна. Ты кидаешь быстрину, и все, в КД уходишь на 6 секунд. А, да, там вообще одна. Это вот в Т5-м там можно их кидать сразу, типа, как там да, штук 6, по-моему, или 5. Там все заставишь и все, у тебя быстро на первом месте, блядь, по ХПС уйдет всегда. Даже за мяку скайм. Печеньку бить. Я на руках играл. Нет, ты пятый хороший, типа, у шамана. Ты, блядь, босса танчишь, нахуй. Ты ДК, блядь, в руки. Я лагаю, не-не-не. Ну все, блядь. Считай, нахуй, готов свою жопу, нахуй. Не, без... Ну я могу зависнуть просто, потому что нет, как делать. Ты из-за шишек. А вот 4Т4 он не очень понятный, типа это надо смотреть прям вот чисто. Кто мне во втором рейде? Визуально как он работает. Скажи нахуй. У меня есть танк. Вот же сколько нас танков в рейде? 4, что они босса не поддержат, чешу? Блять, это палы нахуй, у них игро, блять, они не выдержат нахуй. Здесь танчи только ДК нахуй, поэтому нахуй. Не ромбик, если что, не кричит, тогда ладно, хуй с ним. Да вот там 4 на пула, нормально будет все равно. Мишка сегодня танчил, точнее вчера. Я ничего кричать не буду, просто минусовать буду, нахуй, заебал. У тебя каждый РТ лаги, нахуй. Бля, дайте собаку резных, погодите. Рыбу хавайте, фулбаф перейду и поехали. Сейчас, секунду, надо плейбой, сомнуть. Напоминаю, 3-4 пати закрывают руки. Для тех, кто первый раз, две руки такие появляются, и чертания, в них заходите. После того, как вы закрыли руку, на вас появится дебаф. На минуту повесится. Руки появляются каждые 30 секунд. Если вы с дебафом закрываете потом эту руку, по вам дабл урон идет. Вам нужно нажимать какой-то деф, если вы второй раз будете ее закрывать под этим дебафом. Нет, так чередуйте. Вот это вот очертание ставлю, печеньку и, да, рислин.
Вот эту печеньку и крест, сюда будет падать метео. Если вы с этой зоны будете стоять, нахуй умрете. Надо стоять левее во время пула. Питан, дайте мне метеор будет приземляться. Так, север и Мулинраш в крест. Петов оставьте. Первый, второй, Кирилл, пати, а вот вопросик такой. А собака в спину будет бить? Она уйдет ему в спину при пуле? Я ее уберу, чувак, не знаю. Не знаю, лучше поставь беса похуй на собаку. Лучше у тебя меньше ДПСа будет, но зато будет все нормально. А, ты про свою собаку, север? Да, я думал, ты про Валеру. Я не знаю просто, она под спину ему заходит или она в лицо стоит тыкает ему. Вызови беса лучше и поставь кресу. Так, быстренько спекнулся. Рел, дайте мне метку, чтоб я, ну, меньше косячил. Какую тебе метку дать? Вот, ромбик, ромбик. Люблю ромбик. Я собаку поставил, но не захожу в метку, правильно? Да, да. Да, 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 да. Только собаку ставить. Ну, пец не заходит. Первая, вторая пати заходит под ебало, повторяю. Стоит все время под ебалом, потому что ну вас нахуй, да, он сидит в твой пацан нахуй, за ваших 1000 дпс лишним. Вот отсюда вот туда его, отчет, правильно? Отчет даю. Блять, в центре ведешь, потом поворачиваешь крест, все нормально. Что по отчету? Пуляй. Первый-второй шпать стоит под лицом. Да, да. Просто ставим тоже в крест. Нормально поставил, да? Нормально. Не, ёбаная собака под лицо забегает, короче, я её только ставлю. Почему ты, блядь, не утонул, нахуй, я не знаю почему и каким образом, нахуй. Геронин утонул. Надо, уже поздно, дадим на следующий. Да, просто не увидел, что дуна урона есть, нет его. Там секунд 10 после пула, по-моему. Печка. Там и не любим. Геру, Геру, давайте. Иди бей. После этого ошеломляющего уходим за спину. Я скажу кроме. Печку лови, сразу за спину ушли. Никто сейчас под ебало не подходит, стоим за спиной. Зубы дай, побежал с ней зубы. Все, вернулись, подъебало стали. Я думал, сейчас на меня кричать будут, нахуй. Подожди, минут 5. Тише, не косячьте только, пока все тут нормально. Да. Бля, уже все плохо. Блядь, че мне этот груль ебаный не нерфит, заебало нахуй. 150 лямов убить. Ссылка герза нерфят. Реально, блядь. Не ВК занерфили, а ГМ вообще не. Ну так и ВК по факту уже не нужен, кроме плащей. Что у тебя там, блядь, опять за проблемы? Ёбаный в рот. Нахуй. Я под печку встал. Да в пизду тебя, нахуй, печка ты, блядь. Вышли, вышли. Сука, овощ ты, нахуй, ёбаный, блядь, тупорылый, нахуй. Как в смысле? Я под печку встал уже. Все, закупи ебало, нахуй. Велентайм, БР по плейбоксу, Синрицу, БР по мне. Ой, блядь, по Чивау, по Синрицу, точнее, не Зликс, по Бабимуну. Подошли под ебало, быстрее, подошли под ебало. Блядь, уйдите с под ебало, отверни босса, блядь, в сторону. Да не в рейд только, блядь. Все, встали, дай массакру. Руку еще не закрыли. Ой, блядь, пизду. Падать. Меня попятилось, ну за что мне, типа похуй, но он попятился сам, я под печку подошел, ну и он попятился, нахуй. Все, тихо, нахуй, кто руку закрыл, кто, какой там проблемы, нахуй, третья, четвертая пати, один за всех и все за одного, нахуй. Там, походу, когда руки были, из РДД побежали и руку не закрыли.
Когда умерли миликит, сказал подойти. Так вы так и не подбежали. Смысл, что вы подбежали, если вы, блядь, три человека не забежало на. Как вы так нахуй бежали, ребята? Ну? Что никто не подбежал на. Да, вроде там все на тапках уже были, ты просто сказал, что нахуй. Он полетела толпа, которая... Если, блядь, ну это пиздец уже реально, нахуй. Заебало, нахуй. Отойди на его ДК, потанчи. Блядь, он пускай, пытается... блядь, пускай учится, нахуй. Сейчас 500 снял, потом косарь снимаю. А в следующий раз 2000. Ну, в чем дело, он сейчас попятился. Я, ну, я под печку подошел, хуета просто пару шишков назад сделала сама, посмотри. Ну, так надо было, блядь, быстрее, нахуй, отводить и отворачивать, нахуй. Нихуя а я не вижу, нихуя, вот в этом и проблема, я не успел камеру. Ну, блядь, камеру назад отдали, нахуй, смотри ему в жопу, нахуй. Будет все прекрасно видно, блядь. Ёбаные, блядь, ваши так... вот эти модельки сирусовские, блядь. Ну, боссы пятятся, это пиздано. Шкаф. Шкаф поставьте. Бля, вот где дермич, нахуй, который там, блядь, был? Какой пиздатый декан все время вот так. Он во втором ходит? Он вообще что-то не помнит. Фулма быстрее. Причина фулма. Что мины нет. Все, чёрный. Что там, три, два, там? Четыре, три, два, один. Один, пол. Гер. Дали. Что-то замаглось. Ладно. Что-то у него раги, блять, больше, чем надо. Странно как-то, ну ладно. А там не один пет стоит, собаки я не вижу. Да я не про эту рагу, а про... Ушли, блядь, ну реально, чё за хуйня? Ничего, это как-то крипово. 12 было, 32, нахуй. Ой, блядь, хуечка, нахуй, там печки ещё не было, нахуй. Либо какая-то мразь не подошла, либо хуй его знает, нахуй. У тебя было 12, 22, 32, хуй его знает, блядь, падайте, нахуй. Чё, можешь похилить... Что тут ты хилить будешь, скажи нахуй? Вот что ты, блядь, тут будешь хилить? Ну, вдруг второй адский удар будет, можно захилить. Нет, просто, блядь, сейчас буду минусовать нахуй по косарю нахуй, по два, по три нахуй и так далее, по нарастающей нахуй. Пока, блядь, не научится нормально, блядь, становиться под ебало нахуй и танчить этого босса нахуй. Заебала уже эта хуйня. А сейчас из-за чего 80 у него было, это пет какой-то сдох, он засчитал петы или что? Если конченые, нахуй, ну, не знаю, нахуй, как это лечить, нахуй. Да, и в следующий раз даже, и со следующего раза тоже ждать не буду. Груль, нахуй, только приходим сразу, нахуй. От косаря и выше начинаем с вами. Пизду, нахуй. Вон Кунка пишет, может, вообще не отходить вам, стойте там в кресте и все, блядь. Так никто и не отходит, нахуй. Ну, я, по крайней мере, даже сам не отхожу в пизду. Мало ли залагает, еще что-то, нахуй. Стою просто в этом кресте и долбим, нахуй. Типа я бы побегал, но пизду нахуй. Реально. Зависнет еще нахуй или еще что-то будет пизду. Нахуй вайп слышно, да.
Твой, блядь, мега сложный босс. Пиздец. Самый сложный. Сложнее не встречал, если честно. Ну серьезно, блядь. Специальная механика, камеру ломать. Тебе надо смотреть только на одно место на экране, на количество энергии босса. Давайте, фулба. Хочу, они все локали, еще. Подслишком неплохо видит. Эти, да, и масло. Масло все там. Да, да, лежит. Бля, суета резко. Да, ну че, Феникс, блядь, че, угораешь? О, господи. У кого-то утка крякает, микрофон включает. Это не утка, это стул скрипит, блядь. Не-не-не. Пацаны, это у меня утка есть. Под столом утка у меня сидит. Кунька зовут. Это Кирилл там, блядь, поправляется в кресле, блядь, с него скрипит стул. Реально, блядь. Я тут. Давайте речь верчи на пума. Каску. Жоу, швепс. Маны нет, ща. Будет. Иди спунер мне. Но она не триггерит. Сова, дай иннер по швепс. Все, поехали. Там три, два раз. Три. Два, один, пол. Печеньки танк закрывает, да? Типа туда можно не бегать или что? Ты уже его поставил как-то странно, ну ладно. Уже охуево поставил. Я вижу, блядь. Я хуею нахуй, я просто хуею нахуй. Понял, как ты сказал. Сейчас после рук поправить можно, босс. Гениально поправил, нахуй. Взял его, повернул, блядь. Тише, тише, сейчас все будет. Он будет после каждых рук поправлять. Блядь, если ты, он сам ходит, нахуй. Ну потому что, блядь, геда, ты, блядь, вот тут часто рейд выпанешь еще раз. Косарь сразу снимай, говорю, нахуй. Подъебало, встать. Повезло тебе, нахуй. Жалко, половина РДД улетели. Стоит. Хуёво. Стоит, Тала. На, стоди. Беги. Блять, Сова, нахуй, ясно, блять. Тоже нахуй умом не блещет, я уже понял. Но... Лучшая Сова. За спину убежали. Пиздец, чуть не шотнуло, блядь. Зубы дай по нему, Юля. Руки закрыли, руки закрыли. Господи, блядь. А знаешь, почему они сдохли? Хочешь, я тебе объясню, почему? На нас его повернул. Потому что ты его повернул, нахуй. Снимай, пиздец, будем учиться, нахуй, что я могу сделать. Слышал, там у суеты есть ДК. Четвертый раз танчу, ну вообще похуй, мне неудобно его танчить, блядь, я учусь. Ну. Чё, ну, блядь, вот смотри. Дермич нахуй со второго раза нормально танчил. Блять, у меня на кнопках крутить камеру. Мне надо зажимать правую кнопку мыши, чтобы вбежать в бок. Я ее, блядь, зажимаю, а оно... Про себя ничего говорить не буду, нахуй. Ебать. Я пришел и затанчил с первого раза, нахуй. Смотри, гайд, эскейп, назначение клавиш. Не-не, мимо, мне так неудобно. Поворот влево. Убрать, не, шаг влево, шаг вправо, А, Д. Конец истории. Не-не-не. Так сейчас, что тебе, подожду, так, зачем тебе подрежу. На танке бегать? Тебе надо два раза там повернуться, блядь, за бой. Блядь, два раза нажать А, Д. Я понимаю, не удобно мне в танке. Не могу, блядь, я в танке. КД спала, кинь, слез.
Войд, потанчи, пожалуйста, бы это пизда, нахуй. Да суета, ща потанчи. Нет. Пускай танчит. Наталова? Да, Наталова будет танчить. Я ебал. Боже, я не хочу лайпать. Можно рез давать. Масс. Голова заболела. Замените, пожалуйста. Лошан, когда еще был? Я ждал, пока он кадышится. Все похуй назначение поставил. Ну, блядь, я не понимаю, как его ставить. Вот, смотри, я его отсюда вопляю, правильно? Вот отсюда его, нахуй. Прямо как он стоит лицом, нахуй. Вот прямо как он стоит лицом. Ты его так ведешь, 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 и потом просто поворачиваешь. Становишься вот так. Упираешься прямо в эту текстурку, нахуй, и тебя, блядь, не выкидывает ни вправо, ни влево, нахуй, и все заебись. Потом просто, когда он нацки кастует, ты вот с этого креста вот двигаешься вот так вот, вот на столько сантиметров буквально, все, нахуй. Чтоб он повернулся, чтоб он не задел вот с этой стороны, блядь, где мы сейчас стоим, нахуй, людей. Похуй, вот все, нахуй. Кнопки я поставлю. Рыба. Да не надо, забей нахуй. Типа эти флажки, похуй. Реально. А, еще 14к ИП есть, похуй, ехаем. Минус глор у кого-то. Следующий раз уже 2 снимаем, нахуй. Не-не-не-не-не, 2 дохуя, давай 1500. А в минус? Не, каждый раз, 4. Тебе же сказал, на 2 умножается 500, вот умножил на 2. Геометрическая прогрессия. Умножаю на 2. Опять косарь. 2. Умножаю на 2. 4. Умножаю на 2. 8. И так далее. И вот это вот мое минус тоже распространяется на всю миллизону, если она косячит тоже, правильно? Не, миликом отдельно. Ну, тоже плюс 2 будет. Умножай на 0 сразу. Это как вариант. Кирилл, покорми нас, пожалуйста. На 0 умножать нельзя. Сейчас поставлю. Кирюша, накорми меня. Блядь, давайте без рыбы уже, ну господи. Ты давно вайпнемся, хуй с ним, давайте, пулять, что там? Даст 2-3. Чё, мана нет, блядь, я не вижу. Блядь. Сразу негативный мысль. Давайте под собой, вайпнемся. Ой. Кстати, Рал, знаешь, почему их тогда убило на прошлом пуле? Не потому, что я повернул, а потому, что они близко стояли, нахуй, вот так. Магов, блядь, там руки открываются, да, фростаешь. Вот смотри, вот они умерли, вот тут вот в печеньке, нахуй. Вот тут вот рука появляется. Ладно, похуй. Вот здесь мы стоим. Да, все, тогда снимаю с них все обвинения. Ладно, прощаем. Только пиздит еще, блядь. Минус 2 КП, дайте ему. Блядь, а что, секунд на пол. Что там, 3-2 раз считай. 4, 3, 2, 1. Распулил нахуй. Смотри, я справил. Гений. Посматривайте на его, вот у него сейчас видите снизу, там где типа вот это буй нрав у него еще там. Должно быть 10 либо больше, нахуй. Если меньше 10 прокает, нахуй, то будет адский срад. Считайте по 10 так. Это информация для миликов. Херните. Ничего, Кунка, забей, нахуй. Варов это не касается, нахуй. Сейчас босс идеально стоит. Тише, давай. Вот, минус ЕП творить чудеса. Эмп, ЕП похуй, мне лут поебать тут вообще, пацаны, ну ты пошёл. Я танком играю, какой лут, да? В цвоках эмп понадобится, ЕП не переживаем. За спину все стали. Кирилл, обнуление будет? 50% Сережа. Пересылка хм, да, и зубы.
руки аккуратно. Поднимал, обратно вернулись. Самый дельный совет, да, лист нахуй как на стройках хождения поставить, скажу вам так, по секрету. Откинула, вот сейчас я не виноватый. Вот теперь вперед проходишь вот так вот, и потом обратно возвращаешься. Ничего страшного, вперед и назад. Все, назад, в крест. Успел? Нихуя себе. Успел, нахуй. Гений, что ли? Получается, да, ну. Ебать, вся проблема решилась? Сложно, да? Регулярно в час там типис забирает, а мой в этот, в 4 ночи будет. За спину, за спину, за спину, дай сокру. Нажал не закрыл. Я завис, Феникс, у меня повисло вообще все. Вовка, походу, выкинул. Север и Мулинраш подъебало. Блять, эсбаунд, жми. Есть. Я тоже все повисло. Не подходите сейчас, блять. Да не... В пизду нахуй. Да, меня выкинуло, сори. Просто соединение разор. Че? Много выкинул? Положимся, что мы делаем? Да, конечно. Блять, я так старался, сука, ну нахуя вы вылетели? Блять, такое отвращение, нахуй. Ладно, короче, в пизду, нахуй. Я упрощу задачу, нахуй. Типа, блять, увижу, нахуй, что кто-то там, блять, руку нахуй словит, миликов не подбежит, ебало. Просто заебалось серьезно сидеть вайпаться нахуй. Минус, ну сразу пятерик нахуй. Думаю, нормально, справедливо будет за то, что вы время задерживаете другим нахуй. РДД то же самое нахуй. Один за всех и все за дно. Проебывайте руку нахуй, третья, четвертая пати сразу получаете Серега? Нахуй по минус 2к нахуй. Чего? Ну я просто там что-то далеко слышу. Диван что ли или нет? Сейчас приду, минутка. Лока поднимите, шкаф поставить хотя бы. Охуените по ДК точечным лесом, чтоб я встал и отошел. Все, спасибо. РЗО 415, прием. Кря. Так что там, все я понял. РЗО. Перекурчишь, блядь? Не, ну это, блядь, минус задержку рейда тоже получается. Не, это минус ЕП, а не перекур. Человек писать отошел. Не, там обосрался, наверное. Я сруб от себя обычно, наверное. Ногой в унитазе застрял, да? Чардж, туалет, я... Туалет на улице просто. Чардж, туалет. Главное, хотя бы он предупредил. Уже хорошо. Это было неожиданно, просто в один момент. Чего я, кстати, сдох нахуй последним семейным пули? Пиздец, тупо ошеломляюще, нахуй, ебал, блядь, на 20 долларов. Почти убивают постоянно, кстати, кого-то хера, блядь. Вагон на роге. Видел, рог первых убивают? Не, ну это, блядь, подложным выпадом, нахуй, кстати.
А, я понял, мне адский въебал перед этим. 0.12, потом сразу зашел, меня еще. Не просил. О, Харза вынырнул. Фулмам, дайте. Блять, как вы на телефоне сидели, там все писать и слушать это. Я слышал, Настя хочет на моего мага зайти подамать. Пам. А там неинтересный геймплей. Одну кнопку жмешь. Там очень интересно, что даю. Память ФБ. Что там, считайте, считайте. 3, 2, 1. Блин. Ясно, блять. Еще будем учить пулять, монах. Ты ебал, раньше пулять, я поэтому на один пульнул, понял? Так ты Феникс, скачай и все. Прямо. Эти Феникс, пацаны. А у тебя там нормальные шишки, походу. В лесу, блядь. Я понял, я неделю, типа, чистился, нахуй. Разошелся сегодня. На клизме, типа? Да, на клизме. Все, тихо, блядь, соберитесь, нахуй, лучше, блядь, смотрите, что происходит. Пиздец. Убьете, потом будете пиздить. Ну хильни. Опа. Не умер. Траем, блять, актуальный контент, нахуй. Под шишками. Ты это слышал? Ты видел, я что-то призывал в этот момент. Только у меня было такое люди. За спину ушли все. Юля, давай зубы. Вернулись под ебал. Сука, ну... Что у него раги слишком дохуя как-то. Опять, блять. Нет, смотри, как он потом стоит. Видишь? Руки. После ошеломляющего быстро очень уходим за спину. Прям очень быстро. После ошеломляющего уходим за спину. Все, выбежали, выбежали быстрее. Ушли, ушли из-под ебала. А они зыбку или что? Не надо. Все, вернулись под ебала, брат, стали. Сбаун дай. Роги на третий, блядь, этот ошеломляющий нажимайте все время ложный выпад, нахуй. Похуй, там потеряете 20 энергии, нахуй, но это, блядь, не получите столько дохуя урона. Можно, если осторожно. Уйди. Реально.
за спину ушли все. Жми Эма на огонь. Подъебало вернулись. Жу прохил. Руки. Что-то опять раги у него дохуя резнулось. Странно. Ну ладно. Хуета какая-то. Шанг сейчас дашь. С округой это скажу. Я вылетел. Поздравляю. Эрза в крест стань. Эрза в крест стань, стой. В крест поебал босса. Отверни, нет, еба, отверни, отверни, давай сокру шанг. Отверни, блять, ушли за спину все быстрее, ушли за спину. Все, вернулись, подъебал, подъебал, быстрее, 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 на. Ну конченые, сука, ну пидоры вы нахуй, тупые, блять. Ну как можно так хуёво, блять, бегать нахуй? Долбоёбы нахуй на миликах, блять. Сука, я ж... Подождите нахуй, я ФК, сейчас я нахуй пересмотрю нахуй, что за уёбище там не добежало нахуй. У меня все в порядке, я все нормально сделал, правильно, Рел, да? Да, правильно, блять. Так это, скорее всего, я вылетел и бес пропал под лицом. Нет, я сказал Эрза, блядь, подбежай. Я сейчас посмотрю, он, что за уебище не подбежал. Он немножко не понял, где ты метку, он ее искал. Бля, я так старался, как ни фигна, нахуй, в этой игре ебучей. Ебаный ход, блядь. Войт. Ебало нахуй, блядь. Куда у меня еще? О, просто обычный рез, блядь, подделай по хилам. Пиздец, нахуй, сука, я уже не знаю, блядь, как можно, блядь, метку крест не видеть, блядь, это просто пиздец, нахуй. Нахуй вообще эти метки добавили, блядь, я пострелял бы как раньше без меток, блядь, тут были, нахуй. Там дымки бросали, фиолетовый, белый, зеленый, понял? Это вот нормальная хуйня. А, на ставки увеличиваются, сейчас снимаю по 6 тысяч, нахуй. Миликом 5000 обещаю. Кстати, да, был базар нахуй. А, он тут первый раз хуй с ним, ему и косарь снял. Хотя за то, что метку не увидел, можно было бы 5 снять. 2500, так, чтоб ни тебе, ни ему, типа, понял? 7500. Я за шишки 2500, блядь. Шишки это присылка. Да ладно, чего вы новенького душите? За тварцов один ДПС будет гильдии. Он из Энза. Реально, блять. Да не, ну что не шо, советы приста помогли, а теперь им хоть двигались по-человечески. Это я был вообще-то, а не прист. Да, да, понял, что не наебывает. А есть мне на кого заменить? Я уже третий раз захожу, меня опять выкидывает. Она плохо начала двигаться.